Вы хотите, чтобы я закончила раунд? Можно тогда вопрос? Пожалуйста. У меня вопрос к Петру Мамонову. Можно к вам? Я хочу так же, как все, конечно, присоединиться, потому что я в восторге от вашего выступления. И я вижу, что... Минуточку, дайте договорить. Я вижу, что за этим стоит весь ужас нашей жизни. И люди-марионетки, и роботизация, и пьянство, и дети-дебилы, и все. Не это. Я хочу вам личный вам задать личный вопрос. Скажите, пожалуйста, видите ли вы какую-либо альтернативу, и как вы относитесь к другого, вот, к другого рода искусству, которое показывает прекрасные, красивые, классики мировой? Может ли это быть выходом каким-то? Потому что то, что вы показываете, это бесспорно, для меня, во всяком случае. Я вам отвечу, что, естественно, все виды искусства хороши, когда они сделаны профессионально и интересно. Я, например, сам переводчик. Вот, я перевожу поэзию с разных языков. С русского на русский? Нет. Я перевожу со шведского, с датского, с норвежского, со скандинавского языков. Очень редко.